сбегаем. А тучки. Такие часики, и написано Бигова. Как мило. Вон лодочка. Типа кроватка, что ли, сделана. Красота. Ухожено все. Ну и вот мы там стоим. Right, Lady Two. Вот такой вот городок с такой кафешкой. Купили 3 пива за 9 евро. Все дорого, магазин не работает. Вот такой кошмар. А сегодня у нас, кстати, суббота, субботница, а завтра не работает ничего. Плавки. О, это омары. Голову омару, прикиньте. Та часть бухты нас не впечатлила, и мы решили пойти посмотреть заброшенный военный санаторий. Вот цветочки какие. Вообще ничего так. Это бывший военный санаторий при Югославии. Заброшенный. Есть вертолетная площадка. Идем наверх. Посмотрим. Смотрите, какая красота. Какая желтая-желтая футболка на фоне синего неба. Веточка какая-то на мне сидит, а это палочник. Вообще даже незаметно, что это. Не бояться долго. Попал. Пошел. Опять ко мне. Полюбил он тебя, Серега. Ползи его на плечо, донеси до я. Не, слава. Вот такие животные тут обитают. И прыгают с веток на нас. Может, поживем быстрее? Между прочим, прохладненько тут. Ну, потому что заросло. Скорее всего, этого всего здесь не было. Ой, плитка такая. Плитка это. У нас дома, на кухне раньше. А, да. ПВК или как оно там? Ой, слушай, светильники есть, можно ободрать. Тихо, я записываю уже. Че палишь-то? Сграбили хорошо домики. Вон даже эти коробки только оставили электрические. Трубы все. А что поработать? Так просто дернул и все. Короче, все провода, все. Провода есть, да? Ну да. В принципе, там в поклевке правда. О, смотри. Рамка. О, дверь тут, смотри, целая. Какая дверь была? Вот. О. Кстати, обычно такая. Первая, ну, Марлен. Да. Массива почти. О, потолок, смотри, вообще даже не разошелся. Где там White Lady? Среди кустов. Акация какая-то. Интересно, написано медведь. Нарисована белка. И вот такой вид открывается с этого места. Ну, наверное, кустов поменьше было. Ага. Татьяна. Вот первые туристы, встречайте. Татьяна. Уже, да, там со Славой. Я Хлебцовой. Снимают. Осторожно здесь. Страшно все. Да-да, проходим. Я бы сказал, продираемся. Пробираемся. А рублями можно заплатить? Нет, нет.
Валера может макулатурой заплатить. Валеру зацепило это место. Нахрен я такую футболочку, я голый шел бы лучше. Поцарапанный? Да. Сказал бы, шел на рецепшн на вас. Так, сейчас посмотрим, какой вид из этой столовой. Да, вон там какие-то. О! Вот такой шикарный вид. Вот так вот нас там пошатывает на волнах. После Бока-Каторского залива мы забыли, что такое волны. Начали забывать. И вот такой вид. Вид, конечно, шикарный. У меня почти такой же парусник на печати. Конечно, так в таком состоянии, ну, заброшка есть заброшка. Реально чем-то напоминает военный городок. Силовой кабель откопали. Ну, перфоратором поработали. Поселение крыши сделано вот на таких фермах. Труба до сих пор живет. Балки в лапу. Но как-то, ну не знаю, висит соединение. Вот так вот вышел, да? Со столовкой или что-то? Ну да, вот там стол. А здесь что? Это номера, наверное, да? Ну это какие-то крутые с душевой комнатой. Выключатель. Вот здесь унитаз стоял с вентилем. О, выключатель, да. И вот такой еще есть. Сохранился ковер. Сейчас это вот такой вид. Мы идем на самый верх. Там, говорят, есть вертолетная площадка. А где все? Далеко? Меня отговаривают идти. Короче, я договорился, идем, смотрим. Кто-то здесь следит, чтобы кусты не нападали на дорогу. Обрезает. Вот мы дошли до вертолетной площадки. Вот она. Здесь уже катаются какие-то стритрейсеры. Следы шины видны. Костры жгут. Такая вертолетная площадка. Там антенна какая-то сохранилась. Вон там Адриатическое море. Яхты катаются. Ходят. И дорога такая в море уходящая. Вот такие бункера. О, бабочка какая красивая. Так, ничего не вижу. О. Нет пулемета? Нет пока. Одни патроны? Осталось от зенитки, похоже. Здесь кто-то жил и работал. Вот такой блиндаж. Проход. Посмотрим, что тут есть. Здесь. Ничего. И здесь ничего. Тупик. Слав, тупик здесь. А там как? Так же? Слушай, тут по ходу дела просто сидушка какая-то. Большая. Но тут не проход. Не проход? Влево-вправо, да? Тупики. И там так же? Так же. Нам показалось местечко Бигово не очень комфортно для второй ночевки, и мы переместились на противоположную сторону этого залива.
Луштица Бэй. Красивая марина такая небольшая. И вот такой город. Вода вообще очень прозрачная. Вау. У тебя вот так лучше, да. А то, конечно, ты палку в боксе вставил. Слушай, круто вообще. О, такие звуки еще. А я бы вот там спал, в принципе. А, ты бы тут спал, да? Ладно. Осторожно, Валер. Сталагмитов. А, капнуло. Ой, капнуло. За шиворот. Осторожно, там дырочка, может вылезти кто-нибудь. Так, все. Не надо, вот пугающе. Вон сзади вон. Сюда, смотрите, видно? Это вообще на кальмара похоже. Осторожно. Вон, Валер, осторожно. Песочек вообще шикарный. Дюны такие. Да. Вода такая. Я бы не сказал, что теплая. Нет, не, вода холодная. Здравствуйте, Марк. Вода очень холодная. Вода очень холодная. О. Друзья, мы сейчас находимся на пляже. Вот такой вот пляж немного забытый, заброшенный. Вот такое море. Он не обслуживается. Песок просто чудесный. Мелкий песок. Немножко грязноватая, конечно, но заходить вообще приятно, прямо ходить по этим дюнам ногами. Море сейчас где-то смотрел по датчику 21,5. Достаточно тепло, в принципе, но хотя привыкнуть надо. Ежей нет, слава богу. Дайте ваши рассказы о ваших пляжах, о ваших интересных пляжах, фотографии. Будем очень рады. Вступайте в наше общество «Пляжи мира».